Во Владивостоке в честь юбилея Победы запустили патриотический проект «Стена памяти». Фасад здания возле сквера почетных граждан украшают портретами 8 участников Великой Отечественной войны. В честь изображенных героев в городе названы улицы. Композицию выполняют в технике с графита и с цемента. Авторы планируют дополнить свою работу исторической справкой. Под портретами разместят QR-коды с подробной информацией о подвигах героев. Портреты завершат до 9 мая, но команда уже строит планы на следующие Дни Победы. В дальнейшем мы планируем продолжить это. Может быть, каждый год мы будем добавлять по герою. То есть масштабы стены позволяют.